Здесь! Мирно! Прямо шагаем! Марш! По плацу строевым шагом и с песней. Яну Сундукову до дембеля остались считанные дни. За год службы в армии 4 полевых выхода, боевые стрельбы и десятки писем от родных и близких. Спартанские условия, говорит солдат, пошли только на пользу. Но со временем строго писать письма домой удается лишь по воскресеньям. Пишем в воскресенье, час солдатского письма. Это обязательный, так сказать, ритуал. Вот. Также звонят, пишут. Больше пишут, есть как романтики, не знаю, там, женам, там. Матерям. На поздравительной открытке символ для матери – медвежонок с незабудкой, но с поправкой специально для военных. В итоге даже он оказался в солдатской фуражке. Ящик для открыток в военную часть доставили сотрудники почты. Участие в акции они принимают уже второй раз. Именно в этом году специально были выпущены открытки для военнослужащих. Причем они, как бы, мы предлагаем их бесплатно. Если открытки в отделениях связи они продаются, то здесь, как бы, это специально для того, чтобы призывники и военнослужащие могли поздравить мам, послать им весточку таким образом. Поздравить матерей с их днем смогли полсотни солдат-срочников. Акция проходит с 25 октября в течение месяца. Праздник в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Павел Баймаков, Иван Карпов. События.